снимает? Я снимаю, да. Слушай, мы снимем. Ого, УАЗик нырнул. Давай, 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 быстрее. Живые! Вот это было! Так тут тянуть газ, наверное, хотели, или что? Фиговинку вот эту не потеряете? Я терял 100 раз. Да, арку. Потом ездил, искал. Видео я передний не поснимал, потому что отпадает. Аварийку включил. Субару встал. Аварийку включил. Олежка, стоим. Субарик что-то кривуля стал. Мы стоим, мы видим вас. Если что, Субарика можно отправить сразу вниз, спустился и направо. Вань, про Субарика слышал? Давай выходи, гони его.
Окей, тысяч через 20 поменяем. Причем на УАЗик. Можем предложить. Ого. Сейчас подъем. Это твоя? Вань, там под правой ножкой есть педалька. Когда нажимаешь, нести перестает. А у меня сейчас подъем просто. Другой педалькой пользуюсь. Правильная педалька, неправильная. Педалька случайно не ручник называется. Прокладка между рулем и сиденьем называется. Это не педалька, это другая часть детали. Да, нив нет. Дегтярь опять понял на подвиге. Давайте его посадим. Астик уже отмочил следующий прикол за Боней. Все, встрял. Ну это модно, это самый модный УАЗик, по-моему, если топы. Угу. Только я не пойму, военный у него на встрече гражданство. А он откуда говорит? Он был этот. Блин. Джип Чироки, во, джип Чироки был у него. И сейчас есть, просто он типа его не убивает, Бодора. То же самое. Понял. Радиатор порвал, гидроусилитель, отказал. Понял, пол машины. Ну понял, лучше УАЗики. А теперь выйди и посмотри, что наделал. Еще. Не, вот там ты проедешь. Мы тут ездили, это же была покатушка, помнишь? Да, помню. Только меня не было.
что, дергать его этим? Че ты дернешь? Витара слабо разогналась. Не, ну Витара еще шевелится. Ой, все, сейчас Так ему завести нас только тянет. Толкает. Смотри, будем подбивать.
Ай! А, нормально. Нет, а он видит. А завести! Куда же ты когда тянул Павлика? Обратно не стал. А то, что он был скрытый, понял туда. Ну же газнуть надо на УАЗике.
милый, ну, наконец-то! А то чересчур, ум не ушевелится. Как к ним грязь не залетает? Ваши скотчем обмотаться в сиденье. Thank you.
пора просто снимать.